Новая реальность. Привет всем хакерам и взломщикам волосатых компьютеров. И снова с вами мы, Джин и Муха. И сегодня мы расскажем кое о чем интересном. А именно о супериграх. И первым начнет Муха. И наконец-то знаменитая игрушка Nectarius перенесена на легендарную Sony PlayStation. Military Madness, что в переводе означает «военное безумие». Это отличное сочетание жанров экшен и стратегии. Сам игровой процесс, то есть планирование ведения боевых действий, двумерный, но в свою очередь очень оригинальный и красочный. Сочетание неровного рельефа и бронетехники внушает подобие реальности, а непосредственно само столкновение наемников заставляет побелеть, то есть посидеть волосам на своей маленькой, но очень умной голове. Так что брейтесь на волосы и вперед за Nectarius'ом в торговый дом Time. Муха, прикинь, вчера толпу собирали. Все на литых конях, 4 ВД. Да что, в парк на дискотеку ходили? Да нет, крепость брали в игрушке Age of Empires 2. Интонации не забывай. Привет, Муха. Муха, вчера толпу собирали. Все на литых конях, 4 ВД. Что, в парк на дискотеку ходили? Нет, играли в игрушку Age of Empires 2. Джин, да ты, по-моему, умираешь. Стрела начиненная ядовитым вазелином попала тебе прямо. Нет! Age of Empires 2. Стратегия о том, как в разные времена сражались рыцари, маги и все остальные. Держа в руках топоры, мечи, ножи, луки и маленькие, но покрытые серной кислотой стрелы. Юниты в игре стали живыми, более анимированными, поэтому бой выглядит реально. Отлетают головы и растекается кровь. Управление очень удобное, юниты с огромной скоростью превращаются в кучу мяса. Графика в игре просто обалденная. Разрешение можно поставить такое, что глазам своим не поверишь. Так что хватайте эту игру, как только увидите. Если вы сейчас нас видите, это не галлюцинация. Это просто значит, что вы не участвуете в пробеге, посвященном празднику 9 мая. Ну а наш сегодняшний приз – это диск на Sony PlayStation. Здесь целых 6 игр. Самые из них крутые. В этом диске 6 игр, такие как Tomb Raider 2, вообще 3. Если вы сейчас нас видите, это не галлюцинации. Это значит, что вы не участвуете в пробеге, посвященном... Пробеге, посвященному... Ну, ребята. Если вы сейчас нас видите, это не галлюцинации. Это значит, что вы... Значит, Джин. Если вы сейчас нас видите, это не галлюцинации. Это значит, что вы не участвуете в пробеге, посвященном празднику 9 мая. Ну а нашим сегодняшним призом будет диск на Sony PlayStation, в который входит 6 таких замечательных игр, как Tomb Raider 3, Contra, Пятый элемент, ну и другие. Итак, слушайте вопрос. Как? Кого не может убить артиллерия? Итак, слушайте вопрос. Кого не может убить артиллерия в игре Nectarius? Новая реальность.